Всем привет, добро пожаловать на мой канал. В этом видео у нас снова распаковка бумажных сюрпризов, а также сегодня у нас новая коллекция по битве сильнейших, битва экстрасенсов. Все пакетики здесь одинаковые, потому что не было особо фантазии придумывать что-то разнообразное. 9 пакетиков, 9 сильнейших экстрасенсов. И я надеюсь, что они получились более-менее узнаваемыми, но посмотрим. А еще у нас новинка прошлого видео, это адвент-календарь. Давайте сейчас все разложим. Адвент-календарь берем в сторонку. Битва сильнейших, коллекция Лава Лампы. Один последний пакетик Тамагочи, и я краснею. Уточки, цифровой цирк, баночки, Барби. И Adopt Me. Давайте выберем пакетики для распаковки. Резиновую уточку я хочу взять. А давайте вот эту с узорами. Из коллекции Барби я возьму вот этот пакетик с бассейном. Из коллекции баночки я хочу взять вот эту последнюю баночку с бабочками. Цифровой цирк. Давайте возьмем вот этот пакетик с Зубл. Кстати, мы в прошлом видео открыли Зубл. И из битвы сильнейших, в принципе, тут ничего, выбирать все пакетики одинаковые, возьмем вот этот. Лава-лампу я хочу взять вот эту. Adopt Me давайте сегодня возьмем яичко с пятнами жирафа. Ну и тут нечего выбирать. Откроем давайте в самом начале вот эти две коллекции, которые у нас в этом видео заканчиваются. Я краснею и Тамагочи. Ну и спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на канал, ведь это всего лишь секунда вашего времени, но моему каналу это очень поможет, да и мне будет очень приятно. Первую коллекцию откроем «Я краснею». А здесь нам попалась вот такая девочка, подружка Мэй. Приклеим ее. Все нормально открывались, что с этим сюрпризом? Не хочет у нас заканчиваться эта коллекция, видимо. Наконец-то мы ее отклеили. Все, коллекция закончилась. Вот это последняя страничка. Это вторая страничка. Здесь самый большой сюрприз с группой Фотаун. И вот первая страничка. Ну а теперь перейдем к коллекции Тамагочи. И это как раз вроде бы Тамагочи Мэй. А здесь у нас опять Тамагочи с персонажем из Сэнрио. Это, кстати, мой любимый персонаж оттуда. Ее зовут Чинамароу. У этого сюрприза номер 11, тоже самый последний. Давайте еще раз посмотрим эту коллекцию. Вот такие вот у нас Тамагочи на последней страничке. Вот у нас вторая страничка. В прошлом видео мы открыли вот этот Тамагочи с Мелоди. И самая первая страничка. Здесь мне больше всего нравится вот этот Тамагочи с Тотора. Переходим к коллекции Лава Лампы. В прошлом видео мы открыли вот такую лава-лампу с грибочками. Но в этом видео откроем вот такой пакетик. Это, кстати, пакетики наклейки. И здесь вот такие призраки. Ладно, АБГД. Ну а здесь нам попался вот такой сюрприз с призрачными фиолетовыми котиками, которые вот так вот перетекаются смешно. Я ж сама с этого не могу. Вот такой вот котик, точнее пузырек, который превращается в котика. Котики, в общем, это жидкость. Но этот сюрприз под номером 7. Давайте найдем эту страничку. Вот она. А нет, не вот она. Вот он. Вот такая вот у нас получилась лава-лампа в этом видео. Ну а следующую коллекцию давайте откроем Барби. Давайте я вам покажу первую страничку. Вот у нас первая страничка. В прошлом видео мы открыли вот эту самую первую Барби. Вот такой вот пакетик с бассейном. Здесь много разных надувных кругов.
так жалко, что этот пакетик порвался. И здесь нам попалась вот такая Барби и Кен, который говорит: «Хей, Барби!» Эти сюрпризы под номером 10. Вот на этой страничке находятся эти сюрпризики. Очень красивая получается страничка уже, правда, мы закрыли надпись Барби. Ну а теперь давайте перейдем к коллекции баночки. Оранжевые бабочки, оранжевая жидкость. Здесь у нас сюрприз под номером 7, я уже увидела. А здесь у нас динозаврик. И смотрите, снизу плавают маленькие рыбки. А следующую коллекцию давайте откроем, наверное, уточки. Вот такой у нас красивый пакетик. Это уточка с узорами. Она прямо очень яркая. Давайте ее откроем. Здесь какая-то зеленая утка. Эта уточка мне чем-то напоминает Майк Вазовски. Ну, в общем, это зеленая уточка циклоп. У нее на крыльях, посмотрите, какие когти. А она под номером 7, вот здесь вот. Такое ощущение, что эта уточка-блогер снимает эту уточку-монстра. Ну и следующий сюрприз давайте откроем из адвент-календаря Санрио. В прошлом видео мы открыли вот эту вот Hello Kitty. В прошлый раз ячейка нормально сработала, надеюсь, что в этот раз тоже. Где у нас вторая ячейка? Вот тут вот. И здесь вот такой вот миленький сюрпризик. Это Пом-Пом-Пурин, или вроде так его зовут. Который в новогоднем колпачке, он залез в новогодний венок. Ну, понятно то, что он под номером 2. А тут уже рядом новая коллекция, давайте ее и откроем. Битва сильнейших, все одинаковые пакетики. Ну и давайте его откроем, перейдем на первую страничку. Первая страничка у нас вот такая, она разделена как бы на две странички. И как вы могли заметить, здесь нету номеров, все сюрпризы мы будем клеить подряд. Чтобы не ставить какого-то экстрасенса на первое место, какого-то на второе. К тому же у меня нету фаворитов, да и мы не знаем, кто победит в этой битве, поэтому будем просто клеить, как они нам рандомно попадутся. И первым нам попадается Александр Шепс. Похож он или нет, напишите в комментариях, узнали вы его, ну или же нет. Такой вот он очень серьезный и открывает нашу новую коллекцию. Следующую коллекцию я хочу открыть цифровой цирк. На этом пакетике нарисованы зубы, очень красивый пакетик. Надеюсь, этот пакетик не порвется при открывании. Ладно. В принципе, он же не с другой стороны порвался. А здесь нам попался Джекс. Я не могу. Так, надо вздохнуть. Он вот так вот смешно сложился. Он вот так вот очень смешно сложился. В этом пакетике. У нас вообще сегодня смешные какие-то моменты в видео. Ну да ладно. А у этого сюрприза номер 1. Вот он за шторкой, я его сначала не заметила. Тут очень аккуратно, а то у него тонкие ноги.
такое ощущение, что Джекс указывает на выход. И он, кстати, прячется за шторкой. Видео с цифровым цирком я, кстати, также выкладываю в ТикТок, так что если вы не подписаны, заходите в свой компьютер или телефон, ну и подписывайтесь. Ну а следующую коллекцию откроем Adopt Me. И теперь не могу понять, где верх этого яйца. А, вот, все нашла. Здесь у нас вот такая вот красивая лама. Она под номером 13. Сейчас мы найдем страничку. И вот наша страничка с Adopt Me. Ну и это были все сюрпризы на сегодня. Увидимся уже в следующих видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!